Так, всем привет. Хочу рассказать вот о таком устройстве дистанционного управления или включения, не знаю, чего угодно. Можно включать электродвигатели, насосы, освещение, любую нагрузку. Главное, чтобы эта нагрузка не превышала заложенные сюда параметры. Вот так из себя представляет это устройство. Двухканальное, то есть две коммутирующие реле на 10 ампер. Производитель рекомендует сюда подключать нагрузку не более 800 ватт. Данное устройство покупалось для дачи, для использования в совместно с погружным насосом «Малыш», который качает воду из колодца и для полива. Вот. Значит, вот эти погружные насосики «Малыши», они выпускаются различными производителями, и в среднем у них мощность там от 200, 250, 300, есть полукиловаттные насосы. Вот. Значит, конкретно это устройство не нуждается в дополнительном каком-то внешнем блоке питания. Вот есть вход и есть выход. На вход подаем переменное напряжение 220 вольт. Производитель пишет, что от 85 до 250 вольт можно смело сюда подавать, и устройство будет функционировать. Вот. Что мы подадим на вход, то мы снимем на выходе. То есть здесь будет точно такое же напряжение, как и на входе. Вот. То есть сюда непосредственно подключаем, ну, допустим, розетку, и в розетку уже втыкаем там, не знаю, все что угодно. Насос, двигатель. Или прям можно коммутировать какое-то освещение внешнее. Вот. В чем фишка этого устройства? В том, что есть пульт, который работает на дистанции до 50 метров. У него даже есть вот такая смешная телескопическая антенка. И защита от случайного нажатия кнопок. Так вот. Ух ты. Опа. Вот, пожалуйста. А, Б. Вкл, выкл, вкл, выкл, светодиод. Все, закрыли, пошли. Прицепили к ключам брелочек, карабинчик. Очень удобно. Вот такое устройство. То есть можно использовать для различных каких-то целей. Вот видите, даже есть. Можно повесить куда-нибудь на стеночку. Все будет очень аккуратненько. Так вот висеть. Подводящий и выходящий кабель. Все. И такой вот интересный брелок. Вот. То есть если нагрузка потребуется, которая превышает мощность более 800 ватт, просто надо использовать контактор или пускатель на те токи, которые вам необходимы. То есть с помощью этого устройства нужно будет включать и выключать контактор, который в свою очередь уже будет подключать или отключать какую-то мощную там многокиловаттную нагрузку. Ну и самый жирный плюс этого устройства, что не нужен внешний блок питания. То есть вот просто сюда подали. Нейтраль и фаза. L обозначается. И все. Пользуемся и радуемся жизни. Вот такое вот устройство. Все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пишем. Оставляем комментарии. Все, всем пока.